Не, когда я играл с модами последний раз, я точно помню, что компьютер не мог тогда развиться и вообще на меня не нападал. Здесь нет, здесь походу только моды на корабли или... Или я, короче, не знаю. Ну долго вы будете взрывать там ее? Могли бы хоть как-то побыстрее. Не надо качать щиты. Щиты — это все. Жалко, я вот станцию не могу здесь сам проградить так, как мне нужно. Я могу бы как-нибудь закончить. Ну да. А что еще остается? Здесь без вариантов. Пока что. Сидеть ждать, пока они меня там распилят, блин, это долго. Да ты чё, серьезно? Так, погоди-ка. Где они на меня вообще напали? Они куда-то вот сюда полетели, да? Вот они стоят. А, так они на вторую планету полетели? Нет. Они все у этой тусуют. Просто они щит пробить не могут. И где еще войска тут идут? Куда? Сюда, да? Здесь у нас что? Ну, ничего супер такого нет особенного. В принципе, сколько их там? Ой, тут флотик уже покруп... Ни хрена себе тут флотик. А, блин. Так, давай мы хотя бы один титан, что ли, построим, а? Так, Terran Expo. Я сомневаюсь, что мне эти корабли хоть как-то помогут. Так, что у нас здесь с этим титаном? Щиты есть? Есть. Здесь конденсатор энергии. Фотонные торпеды. Щиты тоже есть. Квантовая броня. Да, мы его сохраняем. Я бы сейчас вас послал куда подали. Не вас, народ, а вот этих вот, того, кто у меня здесь обеспечил, походу, веселую, блин, жизнь.
Так, надо будет каждой системе держать как минимум сейчас по кораблю. Долго он будет строиться-то? Ну, в принципе, он будет строиться 3 хода. У меня время-то это будет. При одном но. Че, отступили? Не. Они неугомонные, я смотрю. Они пытаются меня, я пытаюсь их. У нас все хорошо. Почему я по одному не могу? Ладно, пусть они там тусуют, раз им так там понравилось-то ядрить налево. Так, отлично. Не-не-не, пока все нормально. А, сейчас мы посмотрим, когда произведется хотя бы один вот этот корабль. Мне тут повезло, то что у меня тут скопление туманности есть. Мне бы сюда добраться как-то потом. Но это колонисты, скорее всего, уже продвинутые будут делать. Сейчас проверю. У меня последние мои исследователи, кто не помнит, там была проблема. Сражаемся. Чего я могу сказать еще? Вот что ты здесь забыл, инвалида, кусок. Поди вообще. Чё, не прошить никак титанчик-то? Так, этого не трогать. Неповоротливая корыта. Что со мной тут исследователь делать? Я вообще въехать не могу. Так, ладно. Ой, ты развернулся хотя бы мордой туда, куда надо. Под конец боя. Молодец. Оу. Слов нету. Ладно, я промолчу. Ну, хоть так. Правда, я не понял, что он там делал. Вот вообще не понял. Попробовать это выяснить. Ну,
погоди, то есть получается, когда они нападают на одну планету, это идет нападение как будто на систему? Или это как работает вообще? Нужный вопрос. Ну ладно, в принципе, одолели. Я и не против, как бы. По-моему, это чутко. Так, ваше решение было испытано и установлено, что оно является твердым. Древний бог уважает силу характера, даже если она основана на лжи. Мы могли бы искренне предложить вам мир, чтобы положить конец этому конфликту. Да я с вами еще и повоюю. Я как-то не против. Вы мне, ребят, понравились. В принципе-то и в общем целом. Эх, приятная победа. Так, нет, это все равно... дурацкие моды есть, блин. Ну ладно, фиг ты с ним, поиграем так. Ха. Ванильку не получилось. Не, ну почему не получилось? Самое забавное, что откуда они, во-первых, взялись. Что-то, в принципе, это с библиотеки, я так полагаю, они взялись, да? Можно проверить вот здесь, на верфи. Да, слушай, у меня с модами, да-да-да, все в порядке, это просто у меня модами добавлены корабли, это ерунда, это я могу, в принципе, отключить. Так, дай-ка я посмотрю. Так, мастерская, ваши подписки, Гайпер 2. Ну да. А, не проблема. Трогать просто не буду эти корабли, да и все, буду стандартными пользоваться. Хотя, может, их попробовать отключить и загрузить игру? Ну ладно, немножко попозже. Вербовочный пункт. В принципе, можно, конечно, это все отключить. Сколько один титан занимает у нас командных очков? А, так титан занимает 4, да? А сколько дает нам один этот корабль? Не видно. Но вряд ли так много, что мне стоило голову с ним парить, да? Хорошо, просто тогда отменяем. Я их деконструировать могу как-нибудь? Нет, понятно, это глупые корабли. Я их просто удалю. Тут моды только на корабли. В принципе, это все нафиг не нужно. Что мы еще можем построить-то такого полезного? Пока ничего. Дай-ка я посмотрю вообще тут, какой выбор кораблей-то есть. Вот мне интересно стало. Что-то здесь, мягко сказать, так корабли ГГ. Да, говнецо. Один это я использую, да? Оно мне надо вообще? Да, ну бред. Я, короче, этот мод деликвидирую. Вопрос будет в том, грузится ли игра потом. Довольно хороший. Так, стоп. Они отступают, да? Так, кажется, империя, ой, приближается. Уже пора было не приближаться, а возвышаться. Ну. Ребята, у вас здесь все для... Ух, стоп. Ведь я смотрю, вас так и не смогли одолеть, идиоты, да? Так, давай-ка мы немножечко посмотрим, во-первых, на некоторые вещи. Здесь маленькая планета, по ходу дела. Здесь побольше.
Господи, там еще народ-то не весь вырос. Здесь что-то как-то рост народа оставляет желать, мягко сказать, лучшего. Так, здесь у нас порядок. Здесь хорошо. Здесь вот так вот будет идеально. Угу. Слушай, я думаю, мы и без этого сейчас мы тут исследования так поднимем, что дальше ехать некуда. Это не при том, что на планете еще никто не сдох. Так, для справки. Так. Угу. Ох ты ее. Нехорошо так опускать. Так, одного сюда, этих сюда. Ну, ребят, давайте, дерзайте. Я вас верю. Угу. Козел своего наконец-таки добился. Уродец. Не проблема. Вот вообще ни разу. Ну что, мы сейчас разовьемся. Надо больше щитов изучать. Так, щиты будущего. Брат, довольно-таки мало дают, да? Но все-таки дают неплохо. 5%. Орудия тоже. Ах. Следующее изучение, мягко сказать, не очень-то и быстро, да? Ну, давай сваливай, дядь. Засел он там. Как партизан, однако. О, я придумал. А мы их отправим на разведку вот сюда. Как думаешь? По-моему, это оригинально. Так, ну зато у меня уже никаких проблем не будет. Куда? Ну, он только в одну систему может торгнуться. У меня тут вариантов-то других больше нет. Чувак, ты уверен вообще? Я бы на твоем месте подумал раз пять. Вар будущего, щиты будущего, ну ладно. 12 шагов всего лишь. Дипломатия, корпус, щиты... Нет, спасибо. Что-то у тебя за рожа такая странная-то. Вообще, принадлежность расе можно хотя бы выяснить как-то? Дипломатия не помогает. Так. Угу. Это мне сильно не поможет, но хотя бы посмотрим бой. Поехали. Относительно новые щиты. Вроде все вооружение изучили нормально. Но у них там... тоже такой флотик неплохой. Не ерундой страдают.
Транспортные корабли вижу, кстати говоря. Угу. Они теперь, смотри, хитрят. Но два титана под огнем станции, ребят, я извиняюсь, вам бы лучше свалить отсюда вообще куда-нибудь в лес и в поле. Щиты пробивают. Пытаются станцию долбить. Мы не поняли, кто их настоящий враг. И сзади у меня нет щитов никаких. Это вот глупо очень. Просто мне интересно, что за фиолетовый лазер. Я не понял, ничего, его обездвижили. Не, конечно, это их не истребители, вещь интересная, но почему ты не хочешь никуда двигаться? Не, что-то он там пытается двинуться. Да, он двигается, правда, что-то подзависает. Ясно. Да, короче, как-то тут посмотреть внимательно с этим. Так, в общем-то. Давай-ка посмотрим, что у нас здесь. Теперь опять они будут вести к нам. Надо разобраться с титанами. Делать их вообще-то на свой манер, во-первых. Хотя мне и образцы больше нравятся. Меня все устраивает, но, блин, конечно, удрали, зараза. Ваше решение было испытано... Пошел в задницу. Там, главное, начал войну, блин, и теперь... Оооо, вы были испытаны. Да, кстати говоря, нам бы одну планетку пойти попинать. Поддерживайте мою идею. Эти еще ко мне долго не прилетят, я так полагаю. Взрывчатка, препараты. Короче. Понятно, сюда только флотом вторжения можно, какая прелесть. Давай пока этих прибьем. И это все. Один корабль меня тут докучал. Один. Не, ну ты прикинь, наглость.
Так, ладно, мне нужен флот вторжения. Чё и прелесть. Ну, не знаю. Грузовых кораблей флот строим. А чё я ещё могу построить? Не, где корабли-то? Нифига не понял. Понял. Ну, пошли попробуем. Почему мне это не нравится? О, смотри, какой бой тут интересный. Ну... Погоди, next turn? Вот в чем прикол. Каждый ход, то есть мы тут воюем. Вот это неожиданно. Так, странный сигнал. Ух ты. Ну, лады. Делаем тогда сразу вот эту хрень. Господи, вот сейчас определись, что тут строить. Было бы хорошо, конечно. Чё? Давай звездную крепость потом. Монолит построишь. Чё еще тут тебе надо будет-то? Космопорт. Щит планетарный. Вот эту хрень, вот эту. Ферму. Кстати, по поводу фермы, наверное, ее побыстрее будем поставить в стройку. Угу. Но так-то по большей части вроде все нормально. Музей можно даже построить здесь, интересно. Так, лаборатория. Надо потом подумать, может реально здесь вообще поставлю все в стройку нафиг. Они еды не требуют, да? Любопытно. Сюда тогда, ну, настроенное поле будем ввести. Ну, я не знаю, давай заведем. Правда, по-моему, это немного странно. Здесь еще у нас какой-то сигнал непонятный. Полетели, посмотрим. Как раз подкупим технологии, которые нам не хватает. Я вот совсем забыл про них. Вот. Про технологии как раз я эти и забыл. Так, а здесь там ничего больше не надо строить, да? Ну, кроме вот, пожалуй, вот этой вот всякой фигни. Ну, он быстро все построит. Народ здесь тоже быстро скупируется, не проблема. Так, щиты будущего опять делаем.
Угу. А, так смотри, мы тут можем полноценную колонию делать. Я бы сказал пару слов по поводу полноценной колонии на астероидах, но это интересно тоже, вопросик такой. Я думал, на астероидах только с модами можно было делать. Оказывается, нет. Ну ладно. Пусть развлекаются. Еда у них есть. Еда на астероидах есть. Грызем гранит науки. Первый контакт. Озирание. Так. Надо... Они будут взрывать нам звезду. Это я точно помню. Так, покупаем. Да, надо будет собрать флотилию. Поболее. Так, ладно, давай-ка мы исследованиями займемся тут немножечко. А то мне вот эта вот графа немного напрягает. Сомневаюсь, что у меня одного, правда, но да ладно. Так. Слишком большая табличка. Ладно, разлом появился, где это будет все? Так, знаешь что, давай-ка я сейчас реально уйду на паузу. Хотя давай доисследуем всю эту хрень. Потом я ускочу на паузу, и мы посмотрим, в принципе. Я попробую эти моды удалить. Я что-то и забыл. Здесь, когда я же говорил, обновлялось все. А здесь эти моды сейчас так просто не увидеть. То есть они работают некорректно. Хотя они... В принципе, их можно ставить, но есть моды намного интересней. Так, древний кристалл данных. Угу. Выплата, фри-кредиты, приятно. Мы получим небольшое количество технологий для загрузки. Ага. Зейтрониумная броня? Уж даже интересно становится. Где они тут? И летят они. Вот. Ну, блин, нашли куда лететь. Ну, удачи. Эти еще здесь. Толкнутся два идиота? Нет. Этим двум идиотам, видно, неохота сталкиваться. Да господи, помилуй, что ж там за технологии-то такие у меня? Ого! И чё ещё? Это интересно. Ладно, друзья, на этом, пожалуй, закончу. Всем удачи, всем пока.